Всем прекрасный, чудесный, счастливый приветик! Приехала в торговый центр. Ну и приглашаю вас погулять в торговом центре. Такую красоту сама находилась с удовольствием в такой красоте и вас приглашаю прогуляться по торговому центру. Этот торговый центр называется Carrefour Laval и имеет зимний, летний сад, фонтаны на протяжении всего года. Ну, вы знаете, что у нас зимы холодные, поэтому здесь сюда попадаешь зимой просто в рай. Это торговый центр, но здесь всегда меняют зелень. Но эта зелень живая, растет, и всегда ты можешь немножечко окунуться в приятную атмосферу, когда на дворе холодно, зима, снег. Ну, а вот летом здесь вот такая красивая декорация. Ну, нет, это не декорация, это живые цветы. Это живой сад. Это из цветов сделаны птицы. Там два цыпленка, увидите дальше, желтеньких. Лягушечки. Очень приятная атмосфера. Я приехала рано, поэтому практически еще никого нет. Но туда дальше, как мы будем с вами гулять, и вы увидите, народу будет достаточно. Но вот пока никого, мало очень народу, смогла немножечко снять в просторе, в тишине. Потом, знаете, когда люди видят, что ты снимаешь, не всем нравится, не все хотят. Замечания никто не сделает, но они могут пойти в секьюрити-центр, пожаловаться, что его снимали, и попало лицо в кадр. И тебе может кто-то подойти и попросить не делать, не снимать. Ну, поэтому приехала пораньше, чтобы поменьше было людей, была возможность вам что-то заснять, что-то показать, ну и с вами вместе прогуляться и, конечно же, поболтать. Очень красивое, достойное место, где можно в любое время года прийти вот в этот торговый центр и провести роскошное время. Посмотрите, как красиво мозаикой в этом саду выложен пол. Тоже там бабочки. На этом полу какие-то цветочки. Очень большое вложено здесь сердце, руки. Вот кто делает, мастера, вы знаете, может быть, один или два мастера всего вот приходят, приносят, соответственно, приносят всю зелень. И вот они пересаживают по цветовой гамме, по настроению времени года. Вы знаете, с такой любовью. Зимой ставят огромную-огромную до потолка, огромную клетку. И там запускают туда очень много птиц, разных-разных. И вот они, ты сидишь в этом летне-зимнем саду, на улице снег, мороз, холодно, а ты сидишь как будто в раю, и эти птицы поют на все голоса, летают по этой клетке. А клетка очень красиво сделана, и она огромная, эти птицы. Ну вот тоже будет, когда осень, зима, я подъеду и покажу вам. Это красивое место. У нас в основном все торговые центры в таком стиле сделаны, потому что страна холодная, и холодных дней больше, чем теплых, поэтому очень уютно делают в этих торговых центрах, потому что здесь, в общем-то, все собирается здесь. И здесь есть кафе, здесь есть специальная эрия, где ты покушать можешь, поесть можешь. Это большой, красивый, просторный, огромный зал, где всяких много разных ресторанчиков на любой вкус.
Есть все кафетерии, все магазины, какие только хотите, тоже здесь есть, а также можешь и пройти, найти здесь и часы, и кофейный магазин, и обувные, и вещи, и спортивные, и аптечные, и ну, все. Это такой маленький городок, маленький, большой, красивый, уютный городок. Вот здесь мы с вами гуляем. Посмотрите, какая лягушечка. Ну вот что можно было, пока народу мало, вот я вам поснимала. Приятно, правда, гулять? Ну, это именно у нас в стране, потому что я себе тоже сняла. Приветик вам передаю. Потому что холодно. У нас, ну, так скажем, из 12 месяцев у нас, наверное, месяцев 9 холодно. Вот лето чуть-чуть подержится, потом осень, она красивая, приятная. Ну, пойдут дожди, и сразу такие дожди промозглые, поэтому, да, 9-10 месяцев относительно холодной погоды. Поэтому эти большие торговые центры специально для этого построены, чтобы людям было где проводить время. Что еще хотела с вами? Ну вот хотела с вам сказать, что если вы хотите попросить у кого-то совета, ну или просто поспрашивать, ну не знаете ответ на какой-то вопрос и хочется спросить у кого-то, то всегда спрашивайте у того, кто одержал победу над самим собой, а не у богатого, умного, успешного. Они вам ничего не скажут. Вот именно только тот человек, кто одержал победу над самим собой, или тот человек, который пережил большие трагедии в своей жизни, но остался в хорошем настроении, в хорошем тонусе. Вот только у таких людей спрашивайте какой-то совет. А люди богатые, умные, успешные посоветовать ничего не могут. Это так я вам из своей практики. А вот эти красивые растения мне прислала наша одна зрительница моего канала. Вот такую красоту прислала мне. И я их с удовольствием вставила сюда. И передаю вам большой привет. Галина. Спасибо вам. Прислали красивые такие кадры. И спасибо вам за поддержку канала. Вы поддерживаете. И уже не один раз. Даже не знаю, ну, раз, наверное, ну, около 10. Спасибо вам большое. Вот вставила то, что вы мне прислали. А здесь написано, ах, не вижу, что, ну, что-то очень такое на английском, очень что-то правильное написано. Если ты хочешь что-то, в общем... Я сейчас накладываю звук, я просто не вижу. Это у меня очень мелкие кадры идут, я не вижу. Точно не вижу, на что я накладываю звук, поэтому, возможно, что-то, какие-то детали и говорю не в тему, не то, что в кадре есть. Вот вижу маленькие, желтенькие, это, скорее всего, эти цыплята. Они сделаны из желтых цветочков, представляете? В гнездышке сидят. Такая прелесть.
вот этот это фонтанчик, но через 2-3-5 минут пустили фонтанчик, а вначале не было. Ну вот зашла в обувной магазин, показываю вам. Сегодня вообще так специфически буду немножко по обувным магазинам, потому что я себе что-то искала. Поэтому вам показываю, заходила в обувные магазины, мерила, искала. Поэтому прогуляемся по обувным магазинам. Разнообразие. Да, хорошая обувь, если она хорошая, действительно обувь, у нее цена, да, цена хорошая. Но дело в том, что... Да, вот видите, я показываю цены. Вот я сейчас 114 долларов, 115 долларов стоят они. Я не... Ну, так как мы здесь не туристы, то мы всегда можем дождаться скидки. А вот эти вот 100 долларов стоят. Можем всегда дождаться скидки. И, в принципе, можно за хорошую цену хорошую обувь купить. Ну, а если ты так приехал сюда, вот у меня такие же. Я вам сейчас их покажу. Да. Вот это вот мои. Я сегодня в них и гуляла. Вот я вам их показываю. Они очень-очень удобные. Это компания Clarks. Она ортопедическая, и в них, конечно, удобно очень ходить. Ну, вот такие. Стоили 214, сейчас 190 эти туфли. Туфли, босоножки, непонятно. Ну, такие модные, красивые. Ну, так немножко вам показала, чтобы вы имели представление. Вот и я пробелькнула. Вот еще один большой обувной магазин. Обуви, конечно же, какой хотите, на любой вкус, много. Ой, вы знаете, очень-очень люблю посещать наши, называются эти шопинг-центры. У нас называются они Plaza. Шопинг-центр Plaza. Они имеют каждое свое название, но если ты говоришь, что я был в Plaza, это значит, ты был в шопинг-центре. Тут уже подходит народ, уже появляются побольше. Магазины пооткрывались. Видите, люди не любят, когда их снимают, поэтому я старалась снимать, чтобы лица не видно было, чтобы мне замечания не сделали. Потому что не все любят, и, конечно, не всегда ты готов у кого-то оказаться в кадре. Видите, как одеты? Все-все по-разному. Кто в чем? Кто во что? Удобно кому как? Специально делала немножко так медленно, чтобы, ну, успели рассмотреть, что-то рассмотреть. Можете на паузу поставить и посмотреть, если кому-то интересно. Ну, плюс-минус цены я вам показала. Пока нет больших скидок. Но еще неделя, две-три, и, конечно же, на всю эту обувь будут большие скидки.